Привет всем зрителям канала Мылоопт. Это распаковка моего заказа. Я заказала который раз такие баночки по 20 мл Тиффани. Очень хорошие, прочные, не идут со вкладышами. Хорошее качество. Также заказала такие полусферы для бомбочек. Пластиковые и лимонную кислоту 0,5 кг для изготовления бомбочек. Ее нужно измельчить. Такую взяла стеклянную тару с пипеткой 50 мл и 100 мл. Также на 45 мл пластиковый флакон со стеклянной пипеткой. Такой флакон на 8 мл. Он идет с деревянной крышечкой, стеклянный, пробочка капроновая внутри. И покрыт таким, похожим на резину, покрытием. Такой шнурочек идет. Ну, интересная бутылочка на 8 мл. Ее можно для духов или для масла использовать. В ассортименте там разные цвета. Цикламетикона взяла я баночку 50 мл. И цикла пентаксилоксан. Это диметиконол. Я первый раз купила попробовать этот вид силикона. Масло виноградной косточки нерафинированное. Приятный запах имеет. Бисаболол Life 5 мл. Это из ромашки, такой актив для косметики. Также актив для косметики масляный. Такой биомикс 5 мл. Масляный экстракт ванили 10 мл. И эфирные масла я заказала. Такие вот манго 50 мл. Такой фруктовый запах, сладкий, характерный. Такой средней насыщенности. Эфирное масло кипариса 5 мл. Очень понравился запах. Похож на хорошие мужские духи. 10 мл масла лимона эфирное. Хороший запах. Масло иланг-иланг 5 мл. Такой мощный запах характерный. Эфирное масло шавлии, шалфея. Также травяной запах такой достаточно насыщенный. И эфирное масло сандала, приятный запах, похож на масло жасмина по запаху. И эфирное масло бегардии горького апельсина 5 мл. Хороший такой апельсиновый аромат, не слишком насыщенный. И сняла этикеточку, так как масло пролилось. Это было... Эфирное масло жасмина очень понравилось. Я брала другую фирму в аптеке, но это масло прямо такой яркий медовый запах. Очень рекомендую. Классное. И 10 мл взяла тоже. Этикетку уже сняла, так как она испортилась от масла. Эфирное масло апельсина. Хороший запах, приятный. Это вся моя посылка. Спасибо зрителям за просмотр и спасибо сайту за вашу работу. Всем пока!